Лишь после того, как медики забрали пострадавшего автомобилиста в больницу, пассажирка стала приходить в себя от шока. Поначалу женщина от помощи врачей отказалась, но со временем полученные травмы начали о себе напоминать. В итоге он решил, что если станет еще хуже, придется все-таки обратиться к врачам. Ну, там ночная дискотека была, торговля, в 4 утра. Не стали ждать, торговли не было, поехали. Водитель «Некси» и пассажирка возвращались из республики Мариэл. Там казанцы работали во время празднования Сабантуя. Весь вечер и ночь готовили и продавали шашлыки. Отдыхать после долгой и утомительной смены они не стали. Шофер решил, что сил у него хватит, чтобы дорулить до дома. Но в итоге, уже при въезде в Казань, автомобилист уснул. Ну, мы даже хлопок не слышали. Ударился и полетели туда вниз. Кубарем туда или нет? Ну нет, не крутилось, просто съехали. Что за травма у него? Живот, еще что-то. Пассажирка говорит, что сама во время всего пути не спала. Смотрела по сторонам, но не заметила, как ее коллега неожиданно провалился в глубокий сон прямо за рулем. Увидев, во что превратилась иномарка после удара, очевидцы сразу вызвали на место не только медиков скорой помощи, но также и сотрудников МЧС. Тем не менее, помощь подъехавших спасателей не понадобилась, по словам пассажирки. Хотя водитель получил многочисленные травмы, тем не менее самостоятельно смог выбраться из раскуроченного автомобиля. Медики осмотрели пострадавшего автомобилиста на месте, после чего решили не медлить с его госпитализацией. Пассажирка говорит, что мужчина был абсолютно трезв. Подтвердить это смогут только врачи после проведения всех анализов. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».